Разговорились как-то воробей и курица. Воробей сидел на каменной ограде, а курица прохаживалась внизу. «Послушай, тебе не надоело все ходить и клевать?» – спросил воробей. «Ведь ты летать разучилась». «Неправда», – обиделась курица. Она изо всех сил замахала крыльями и, с трудом взгромоздившись на ограде, спросила. «А вот скажи, не надоело тебе все летать и прыгать? Живи в курятнике, хозяйка будет подсыпать зерно в твою кормушку, клюй, не зная забот». Тут подул сильный ветер. Курица, как ни держалась за ограду, все-таки слетела вниз. А воробей расправил крылышки, полетал вокруг и снова сел на ограду. «Теперь видишь, — сказал он, — ты большая и сильная, но надеешься в жизни только на кормушку. Вот и в полете ты хотела опереться на каменную стену, а я опираюсь только на свои крылья и в жизни сам себе опора».